Всем привет! С вами нутришеф Александр, и это «Другая кухня», где мы через питание и работу в ЖКТ улучшаем качество жизни. У нас на канале есть отличный рецепт белкового хлеба, который мы очень часто используем на завтрак. Готовится легко. Обязательно найдите и повторите. А сегодня я хочу с вами поделиться рецептом белкового пирога с двумя начинками. Будет сыр, курочка. Все очень просто. Все ингредиенты оставлю внизу в описании. А весь процесс вам покажу. Повторяйте на здоровье. Чтобы получилась вот такая красота, запекаем в духовке при 180 градусах минут 30-35. Ориентируйтесь на свою духовку, друзья. Это просто волшебство. Даем пирогу хорошо остыть. Вот такой пирог у нас получился, друзья. Нежное тесто, курочка обалденная, корочка сырная великолепная. Всем рекомендую, кто сейчас восстанавливает уровень белка в организме. Ну и так, любителям вкусно поесть, обязательно приготовьте. И приходите к нам на другую кухню почаще. У нас вкусно, просто и очень полезно для вашего организма. Будьте здоровы, до встречи, пока. И еще, друзья, чтобы чаще с нами видеться и ничего не пропустить, подписывайтесь на нас в соцсетях, на наш телеграм-канал или ВК. Ссылки оставлю тоже в описании. Присоединяйтесь, с нами будет вкусно и каждый день что-нибудь новенькое. Обалденный.